Добрый день, уважаемые зрители. Где-то летний-осенний охотничий сезон уже открылся, где-то вот-вот откроется не за горами. Но хочу поговорить сейчас не конкретно про охоту, а про то, что может ждать охотника в охотугодьях. А что может ждать охотника в охотугодьях, кроме охоты? Это же, конечно, встреча с охотинспектором. В настоящее время государственных охотничьих инспекторов мало, а в некоторых регионах их практически нет. И чаще всего охотник встречается с производственным охотничьим инспектором. Кто такие производственные охотничьи инспектора? Какие у них права и обязанности? Сейчас расскажу. Но сначала немного истории. В те годы, когда я учился, это 70-е, 80-е годы, прошлого века, охотничье законодательство было более понятное и более строгое. Хотя бы вот один маленький пример. В те времена штраф максимальный был 50 рублей. Это при том, что средняя зарплата в России была примерно 100 рублей. Но для сведения, зарплата егеря в то время была 70-80 рублей. Зарплата районного охотоведа 110-120 рублей. Протокол за нарушение правил охоты мог составить как районный инспектор, так же любой егерь, любой лесник, любой сотрудник милиции и общественный охотинспектор. Общественным охотинспектором мог стать теоретически любой гражданин России, даже не охотник. Для этого надо было получить удостоверение общественного охотинспектора или вступить в добровольную народную дружину. Добровольные народные дружины тоже занимались борьбой с браконьерством. Так, например, у нас в институте была добровольная народная дружина имени Виктора Волошина. Виктор Волошин – это студент, который погиб на практике от рук браконьеров. Для сведения, браконьера поймали и приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Есть в Кировском сельскохозяйственном институте факультет, который готовит биологов-охотоведов. Здесь учат, как сохранять и защищать природу нашей Родины. Защищая ее, погиб студент-охотовед Виктор Волошин. Студенты-охотоведы, в том числе и я, когда учился, выезжали в охотугодья, ловили браконьеров, изымали у них ружья, составляли протоколы, также изымали сети у браконьеров рыбных и также составляли протоколы. Все это было на законных основаниях. 15 декабря 1972 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР, согласно которому усилены меры наказания за незаконную охоту. Учебная программа студентов построена на основе государственного закона об охране природы и постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов. Практическая работа волошинцев требует самой разносторонней подготовки. Сейчас же правом составления административного протокола за нарушение правил охоты фактически обладают только государственные охотничьи инспектора. И еще, конечно, сотрудники органов полиции. Остальные категории – это как егеря, лесники и тем более общественные охотинспекторы, которых вообще сейчас нет, не имеют права составлять протокол. Дошло до того по современному законодательству, что егеря охотхозяйств толком-то даже документы не имеют права проверить. Они могут только попросить предъявить документы, а не потребовать. Чтобы восполнить этот пробел, и придумали производственных охотничьих инспекторов. Деятельность производственных охотничьих инспекторов и, собственно, весь производственный охотничий контроль регулируется у нас законом об охоте и приказом Министерства природных ресурсов о производственном охотничьем контроле.
Также деятельность производственных охотничьих инспекторов регулируется правилами охоты. Производственным охотничьим инспектором может быть только сотрудник конкретного охотничьего хозяйства. И полномочия его действуют только на территории этого охотничьего хозяйства. Это должен быть штатный сотрудник, который официально принят на работу. Если это не штатный сотрудник, и с ним не заключен ни договор, ни он принят по трудовому законодательству, то такой человек не имеет права получить удостоверение производственного инспектора. Проверяется это очень легко. Делается запрос в налоговую инспекцию, и если на данного гражданина не было отчисления налогов с этой организации, то он не является штатным сотрудником этого общества охотников или этого конкретного хозяйства. Это первое условие. Вторым условием является сдача экзамена. У нас по законодательству разработкой вопросов к экзамену по требованиям охотничьего производственного контроля занимается областные структуры по охране животного мира. В нашем случае, в нашей области, это департамент. Составлен перечень вопросов, их порядка 45. Будущий производственный инспектор, кандидат на эту должность, готовится, изучает эти вопросы и потом сдает тесты. По результатам теста, если он сдал, он получает удостоверение производственного охотничьего инспектора и нагрудный знак. В полномочия производственного охотничьего инспектора входит проверка документов на право охоты, разрешение на оружие, наличие охотничьего билета, наличие разрешения на добычу, наличие путевки на добычу охотничьих ресурсов. Разрешение на добычу. Выходите, вы носите, посмотрим. Производственный охотничий инспектор имеет право осмотра оружия, документов и личных вещей, находящихся с охотником в охотугодьях. Напоминаю тем, кто будет не возражать, осмотр – это даже не досмотр и тем более не обыск. Чем отличается осмотр, досмотр и обыск, я уже рассказывал в предыдущих роликах. Производственный охотничий инспектор имеет право на осмотр продукции охоты, осмотр оружия, осмотр документов, а также транспортного средства, на котором осуществляется охота или заезд в охотугодье. Также производственный охотничий инспектор имеет право анализировать способы и методы охоты. Так, допустим, если весной запрещена охота с подхода, а производственный охотничий инспектор видит, что по всем признакам человек охотится с подхода, то он вправе составить акт за нарушение правил охоты в весенний период. Ну и в других случаях, допустим, в осенний период охота с транспорта, он также имеет право на анализ действий охотника. Производственный охотничий инспектор имеет право использовать фото-видеофиксацию для того, чтобы зафиксировать нарушение правил охоты. Это предусмотрено законодательством, и охотник не имеет права говорить «не снимай меня», «ты нарушаешь мою личную неприкосновенность». Это не так. Охотугодье – это не личная ваша территория, это общественная территория, и снимаются не ваши личные действия, как гражданина Российской Федерации, а снимаются ваши действия, возможное нарушение правил охоты в процессе охоты. Если производственный охотничий инспектор видит, что произошло нарушение или предполагает, что произошло нарушение, он может вызвать сотрудника департамента по охране животного мира, он может вызвать сотрудников полиции, также составить сообщение и также составить акт о нарушении правил охоты. При осуществлении производственного охотничьего контроля производственный охотинспектор обязан при себе иметь удостоверение, нагрудный знак
и он их должен предъявить тому человеку, которого он проверяет. Это его обязанность. В случае выявления нарушения производственный охотничий инспектор, как я уже говорил, составляет акт о нарушении правил охоты и передает эти акты и другие документы, фото, видео, материалы или непосредственно охотинспектору того района, где это нарушение произошло, или в орган управления региональный областной комитет, департамент по охране животного мира. Удостоверение производственного охотничьего инспектора выдается сроком на 5 лет, и после этого удостоверение и нагрудный знак подлежит замене. Если за это время гражданин уволился с работы и уже не работает егерем или там охотоведом в данном хозяйстве, он обязан сдать удостоверение и нагрудный знак и не имеет права быть производственным охотничьим инспектором. Если он уволился и поступил работать в другое охотничье хозяйство, то ему придется снова сдавать экзамен. Ему выдается новое удостоверение уже на новое охотхозяйство и новый нагрудный знак. А лично мое мнение, конечно, это производственные охотничьи инспектора, это эрзац того, что было в СССР, когда егерь, лесник имел составлять не просто акт, а именно административный протокол. Но, тем не менее, это существует. Это во многих областях, во многих хозяйствах действует, где производственные охотничьи инспектора работают хорошо, там мало браконьеров, там гораздо меньше нарушений правил охоты. Потому что все-таки егерь, он находится постоянно в лесу, в некоторых охотугодьях егеря, охотоведы этого хозяйства находятся 24 часа на 7 и следят за порядком. Государственный охотничий инспектор, особенно учитывая, что сейчас количество государственных охотничьих инспекторов очень мало, и во многих областях их вообще нет, не в состоянии так проконтролировать охотничьи угодья. И в связке работы государственного охотничьего инспектора и производственных охотничьих инспекторов получатся хорошие результаты по охране животного мира. На этом у меня все. Задавайте вопросы. Спасибо за внимание.